Сегодня же кандидат на пост главы Красноярска Эдхам Акбулатов посетил новое производство голландской компании «Хенкан». Она занимается в нашем городе сборкой и поставкой спецтехники для крупнейших металлургических заводов страны. Огромный цех бизнесмены практически заново отстроили на улице Мусоргского, на территории бывшего ХМЗ. По плану своего производства иностранные предприниматели собираются запустить в три очереди и на финальной стадии создать порядка 350 новых рабочих мест. Также компания «Хенкан» сейчас ведет переговоры о сотрудничестве с Норильским никелем. Это позволит увеличить годовой оборот сразу вдвое. И, естественно, это налоги. Налоги, которые необходимы городу для решения основных социально значимых вопросов, которые сегодня стоят перед городом. Строительство дорог, строительство социальных объектов, строительство школ, детских садов, озеленение города. Это все необходимо делать. Для этого необходимы налоги, и такие налоги должны создаваться на таких предприятиях.